Их призвание – быть на страже закона. Прокуроры республики в прошлом году только в сфере противодействия коррупции выявили 2733 нарушения закона. За другими следить и самим не нарушать. Подбор ведомственных кадров проводят с особой тщательностью. Кого берут на службу в прокуратуру – в следующем материале. В прокуроры я пошел, пусть меня научат. В ведомстве призыв Маяковского не действует. Прежде выучиться придется самому. Пятерки по дисциплинам здесь будут как нельзя кстати. Безупречное знание законов – сверхважное требование для любого работника прокуратуры. Прокурорский работник призван неукоснительно соблюдать Конституцию России и ее законы, дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности и моральной чистоты, скромности, вести непримиримую борьбу с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил. Сразу после выпускного примерить форму с погонами не удастся. Выпускников даже с красным дипломом юрфака будут проверять и тестировать. Испытают интеллект и стрессоустойчивость. Собеседование по месту жительства с горрайпрокурорами. Анализ и проверка представленных ими документов. Прохождение кандидатами профессионального психологического отбора. Проверка в отношении них и их близких родственников. Выполнение письменной работы, диктанта. Только самые подготовленные смогут строить карьеру в погонах. Начинается она с должности помощника прокурора города или района. Кстати, в 1984 году именно на эту должность пришел и Василий Пословский, нынешний прокурор Чувашии. Ирина Волкова, Расиль Мухаметов, Республика.